Российский офис марки Kia объявил первую цену компактного кроссовера Seltos со 150-сильным атмосферным двигателем, клиноцепным вариатором и передним приводом. Seltos будет стоить без малого 1 миллион 350 тысяч рублей. Для сравнения, переднеприводный Kia Soul с таким же мотором, но с автоматической коробкой, стоит на 90 тысяч рублей дешевле. В комплектации люкс Seltos оснастят климат-контролем, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида и датчиками парковки. Дата начала продаж еще не названа, но первые машины у дилеров должны появиться в первой половине 2020 года. Помимо двухлитрового мотора нас ждут еще две бензиновые версии. Атмосферный двигатель 1.6 сочетается с шестиступенчатым автоматом, передним или полным приводом, а топовый турбомотор 1.6 только семиступенчатым роботом и полным приводом. Стартап Lucid Motors свою первую и единственную модель Air показал еще в 2016 году. Серийное производство многократно откладывалось, но в ноябре американцы все-таки начали строительство завода в штате Аризона. Первые автомобили выпустят примерно через год. Пора объявлять цены и принимать заказы. Но нет. Потенциальным клиентам лишь предложено внести депозит в размере $1000. Конечная цена не названа, но приветственная версия Launch Edition окажется дороже $100 000. Оснащать ее будут стандартной 100-киловаттной батареей. Пара электромоторов выдает около 1000 лошадиных сил, а максимальная скорость, судя по испытаниям прототипа, превышает 350 км в час.